Как говорится в древнегреческой пословице. Так, резкость не наводит. Терпение и труд. Все перетрут. Как мы видим, осталось тут. Знаете, на вон аж где у нас. И вот она одна дозиру осталась. Вот, работаю вот такой отверточкой. Достаточно у него острый кончик, но я работаю и этим краем, переворачиваю, и этим краем работаю. Он у нас такой более плоский, мягкий. Имеет ножевидную заточку. Вот, как бы, вот так сразу два в одном у меня получается. Сейчас попробую выключить холодный, может быть, лучше будет видно. Да. Вот кое-где, конечно, как говорится, небольшие ляпы есть, но у него такие какие-то маленькие неровности, вот как здесь вот. Вот я их прекрасно вижу, просто я иду и как грибы собираю, делаю, где-то вот запнулся там, ага. Так, резкость не хочет наводиться. Вот какие-то нюансы такие остаются. Вот. Не пропустил дальше, я их прекрасно вижу. Я потом доделаю это более тонким инструментом или более удобным. Вот. Потом сюда надо будет заходить. Вот. Тут, как говорится, есть еще над чем работать. И как видно, вот здесь пробито в районе вальцовки. Вот. И тут ребро вылезло. У нас чуть. Вот, так что поработать еще есть где и есть чем. Вот, работа интересная, кропотливая. Стараюсь ее делать как можно аккуратней. Вот такая вот у нас сейчас диспозиция. Где-то ровно, где-то криво. В целом еще, конечно, с расстояния вот смотришь, как бы издалека, состояние плачевное капота, местами такие маленькие оски, чистые от вмятин или там с небольшими ровностями, а в основном, конечно, еще состояние у него такое подхочется, вот, но ничего, это со временем пройдет. Ну вот так еще где тут где кое-где где жесткости нет прям хорошо ровно, а там жесткости паук так называемый, вот там конечно еще и проблемки. Ну ничего, потихоньку, помаленьку все это уходит. На сегодня уже хорош. Вот 8 скоро будет. Вот. Пора домой. Чтобы лишнего не сверлить, здесь кое клеем неплохо получается. Она еще, скажем так, грязновато, но это уже лучше, чем было. По-любому. Вот, вот таких ям, когда нету, уже это как бы внушает определенный оптимизм. Ничего, потихоньку, где клеем, клеем, где крючком, где как, потихоньку очищается от вмятин. Либо они становятся намного меньше.
работаю на отрыв, поскольку у этих клипс сейчас как бы не такой сильный. Вот как мы видим, ничего не перетянул. Если перетянул, то самую-самую, как раз вот то, что и ценится. Перетягивать не надо. Я времени как бы уже отработал, засекаю, и нормально получается. Ну, как я и говорил, перетяг тут минимум. И это хорошо. Забивается это довольно быстро, эффективно и очень хорошо. Очередной этап. Пытаюсь отснять. Вот так хотя бы, что ли. Вот так вниз. Пусть вот так. Кое-где, еще есть маленькие нюансики. Но это уже вопрос чистки. А так уже вот. Вот эта часть довольно-таки прилично выглядит. Очередной этап. Дефектовка такая вот получается, что мне не нравится. Я поставил лампочку с этой стороны, потом вот с этой стороны, потом вот. Ну вот, не везде я, правда, еще подлез. Сейчас я включу и будет все видно. Не везде еще ко всем я подлез, я, конечно. Вот эта вот тупаная куча, вот эта свалка, я еще не делал, как под усилителем там, вот так вот. Сейчас покажу это место. Вот. Тут и так усилитель, и так усилитель. Как раз вот это место еще не деланное, не паханное. Ну и опять же по рисунку вмятин видно, опять же здесь такая же фигня. Вот. Отдефектовал, уже на сегодня хорош. Вот, выключаем. Уже в следующий, как говорится, будет день, будет, будем подправлять то, что не сделано, и дело, что я вот еще не сделал. Здесь усилители я уже подрезал, мастичку, вот, то есть, как говорится, и в бой, но не сегодня. Видно, какая красота. Все еще жжет. Вот они, вмятины еще не деланные. Так, автофокус. Ну вот, для сравнения. Что было и что стало. Еще я вот отмечал очередное то, что недоделки. Вот, ну, по сравнению с тем, что было, уже видно. Вмятины вот видны. Естественно. То, что еще не сделано, здесь я еще вот в этих местах как бы не делал. Вот это тоже. Вот. Нету доступа, нечем мне ковырять. Я поэтому снять, переставить по-другому капот. И, как говорится, немножко поначить делать. Ну, уже, конечно. Хозяин ходил, смотрел, по лицу видно, что нравится. Ну, еще тут надо делать.